Здравствуйте, друзья! Здорово, ребят! Команд, Привет, ребят! команда Game Adventures и итоги конкурса на PS4 от Game Adventures и Mac of Net. Я даже знаю, что достану, кстати. Что ты коксер достанешь? У меня джойстик есть от PlayStation 4. Я же вот, у меня вот. Настраиваешься на кайфовую атмосферку, а да. Один из вас сегодня определится, получит Соньку новую, четвертую. Да. Сосиску, я бы сказал. Это как у Щербинина. Вот, как у меня, видите, сосиска. В общем, участников на этот раз было... Как много? Стоп, а если лампочку в рот засунуть, она же не вылезет. Подождите, а это по типу лампочки. На момент, когда мы записываем, 39 372 человека. А это... Ничего себе. Не хухры вам, мухры. Нет. Вот, в общем, я занялся сегодня с утра веселой деятельностью. Я открывал все ваши комментарии. Их тут просто опупеть сколько. Их тут килограмм. Килограмм комментариев. Тут их пролистывать просто вот. Развес. Пролистывать их просто вот про число. Это просто одно мучение. Вот, да. Но я смог их открыть. И сегодня мы случайненько, совершенным образом, тыкнем в один из этих комментариев. Вот. И как только мы тыкнем в этого комментария, в этого человека, который оставил этот комментарий, мы, собственно, посмотрим, подписался ли он на оба канала. И если он подписался на оба канала, то мы нашли победителя. Если, собственно, он не подписался на оба канала или на один, то мы будем искать следующего. И будем так тыкать, пока не ткнем в того, кто сделал все условия. Вот, при условии того, что ваш фид должен был быть открыт, как говорил Щербинин, собственно, неделю назад. Да. Вот, ну и после этого мы свяжемся с ним и вручим ему PS4, и как только он его получит, мы, надеюсь, кинем фотку. 1004-ю вручим ему. Да, вот. Хоп. Ну что ж, начнем, наверное, с середины. Я так мотну. Хотя нет, давайте сначала начнем. Мы начнем сначала, буду долго мотать тогда. Давайте начнем с казачка. Поехали. С казачка? Или нет, давайте все-таки с середины. Давайте, чтобы по-честному, вот так вот в серединочку примерно поставлю. Так, готовы? Давай. Значит, смотри, что объясняю, что делаем. Давайте вы скинетесь, кто первый будет говорить. Я первый. Вон, понятно, скинулись. Кинулись. Ну вот, короче, я сейчас, значит, во-первых, я поделюсь экраном, кстати, да. Да, поделюсь, кстати, экраном. Вот именно, он забыл, ребята. Я забыл. Они, эти ребята не видели ничего сейчас у нас. Сейчас мы видим все. Вот теперь видим. Вот все, теперь ребята все видят. Вот, значит, я сейчас, значит, закрываю глаза на камеру, закрываю глаза, значит, нажимаю среднюю кнопку мыши вот так вот и начинаю так вот листать вверх, вниз, там дохера вниз, дохера вверх. Вот, потом, значит, я замечательным образом останавливаю, тыкаю куда-то, открываю глаза. Вот, и относительно этого тыка. Сначала говорит Саня у нас, насколько вверх, насколько вниз, потом Щербинин, как захочет, один раз. Ну, то есть Саня говорит на 5 вниз, Щербинин такой, на 2 вверх. Вот. Ладно. И мы попадаем на какого-то человека. Конкретно. Так подожди, стоп. А как, смотри, допустим, я скажу 5 вниз, вот. Я и считаю... там будет уже, там же уже будет видно, а Щербинин скажет, например, на 2 вверх, и будет такое ощущение, что он, например, это, ну, типа, короче, видит имя уже и на него тыкает. Что? А, ну вы закройте глазки тогда. Так, блин, ну это будет все равно как-то не до конца, честно. Господи, хорошо, если ты сейчас заранее придумай, насколько вверх, насколько... Хорошо, давай, Щербинин, значит, я буду говорить на 7 вверх. Угу, а я буду говорить на 10 вниз. Отлично. 7 так, вверх, 10 вниз. Просто на 3 вниз. Короче. На 3 вниз, получается, да, итогом мы посчитали. Итак, значит, поехали, да? Давай. Итак, барабанная дробь. Я закрываю глазки. Кто? Я тоже? А, подожди, я закрываю глазки. Нет, ты можешь не закрывать, у меня контакт работал. Так, все. Готовы все, да? Все. Подожди, а стоп, ты сам, да, сделаешь стоп, когда? Да, да, да. Ну ты давай. Можешь барабанить, пока я буду делать стоп. Давай, сейчас. Все, ребят, погнали. Поехали. Давай. Оп! Может, все? Так, все, все, стоп, я попал. Так, если вот ровненько налево провожу, Илья Бардачев. Угу. Значит, так, и теперь от него на 3 вниз, да? Да. Раз, два, три. Костя Петров. Так, 13 часов назад открываем Костя Петрова. Открываем, будем все проверять. Кажется, у нас первый есть. Кажется, так. О, прокомментировал. Так, а он подписался? Подожди, где он прокомментировал? Ну, да, по-моему... он ничем, по-моему, да, он него... поудалял, по-моему, все. Он поудалял фит, ребят. Нет, нам нужно, чтобы вот здесь ну, вот было написано. Ну, знаешь, что Костя Петров поступил, к сожалению. Условия конкурса, условия конкурса. Да, так, все. Извините, ладно, это не победитель, как мы уже говорили. Давай теперь нужно... куда-нибудь вообще жестко мотай. Короче, давай, опять барабанная дробь, да? Да, давай, поехали. Сука,
Чё? Кто сказал стоп? Я сказал стоп. Так, я вот, попал. Витя Огарёв. А, давайте поменяем тогда, насколько вверх, насколько вниз. Ну, а, 13. Подожди. Так, и еще 10 вверх. 23 вверх. 23 вверх? Ну да, да, но из этих, ну, из кого мы видим, не было, считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, так, семь, да? Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. 23, Никита Олейников. Это почти как Павел Стоянов, и вот почти это было близко. У меня сосед сверлит. Так, подписался не на те. Так, о, Маков Нет, есть. Game Adventures. Ребята, это значит, что у нас есть кто? У меня кто? Кто? А он написал? Да, я участвую в конкурсе. Все, да? Он написал. Все по-честному. Супер гегей. Блин, только мы остались в серединке. Ну, ладно, что ж поделать. Какой серединке? Ну, мы как начали примерно в серединке, так примерно в серединке и закончили. Но это дело случая. Мы не рандоморг, мы делаем... Все рандомом своим. Вот. Ну и, соответственно, у нас есть победитель. Его зовут Никита Олейников. Давайте посмотрим какую-нибудь его информацию. У него 257 просмотров канала. 1 ноября создан. Давайте посмотрим его Google+. Google+. Веб-страница недоступна. Уху! Ну, так табличку получается. В общем, PlayStation 4 у нас получает Никита Олейников. Да. Илья, расскажи скорее. Че, кому рассказать? Как мы с ним свяжемся? Мы с ним свяжемся как-нибудь. Вот. Как-нибудь. Мы напишем ему личку сейчас. Давайте прямо на видео ему личку напишем. Давай. Да, кстати. Как там личку-то писать? Отправить сообщение. Я тоже ни разу не пользовался. Дорогой мой Никитос. 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 Да. Ты стал... Победителем, это как победитель, только победитель. Ну да, победитель. Победителем в конкурсе на PSFO. Не, вообще PS, как, ну, P доллар. Да, я понял, на PS, так, да, 4. P доллар 4. А, ну типа что, типа бабки? Да, вот, да. Поздравляю. Ем. Да. Ем, да, действительно. Да. Я думал, ты ешь что-то. Вот. Мы с тобой свяжемся. Связались с ним. В ВК. Напиши свой ID. Свой ID. ID. Вот. ID. Благо и счастье от меня добавь. Блага и счастье. Благалище напиши. Благалище? Да я-то напишу, мне не жалко. Просто представь, что ты... Ты просто представь, ты один из участников получает, и ты получаешь сообщение от ГА вот с таким текстом. Твоя реакция как бы вот на эту ситуацию. Это нормально, это ГА. Я бы подумал, что это какой-то этот, наипалово какой-то. Что какие-то чуваки разводят, канал фейковый создали и пишут. Да, конечно, с галочкой. Чё, всё? Щербин никаких пожеланий не писал. Я сказал, кефирчика ему побольше. Чё-то Щербин в старинку вернулся. Я вот так вот напишу. Побольше. Вот. И подожди, смайлик. В конкурсе. Клёво написал, кстати. Какие смайлики? Две точки. Две три. Точки. Три. Нет, три трех точек на клавиатуре. Нет, три. А, три. И, значит, подожди, еще нарисуй жирафика как-нибудь символами снизу. Нарисовать жвачку символами любыми? Жирафика символами. Быстрее нарисуй. Кого? Жирафика? Жирафика. Жирафика. Депардье нарисуй. Что ты сделал? Бля, я нечаянно нажал Backspace, чтобы стереть. О, господи. Бля. Так, давай по новой. Никитос. З. Сос. Сосос. З. З. Место кончается на айфоне, быстрее пиши. Место... А, да, сейчас. С днём выигрыша в конкурсе на PS4. Я специально напишу, да, еще, чтобы точно было понятно. Да. Вот. От Маков тут нет. От Маков тут нет. Маков тут... нету вообще. Нет, точно говорю. Зато есть. Зато есть ГА. Тюльпанчики. ГА-тюльпанчики. Ой, самое веселое. Кто еще записывает такие видосы вручения? И давай, значит, так. Best wishes, напиши айдишес.
Контактус. Best wishes, напиши, айдишес в ВКонтакте, ну, в ВК. Мы с тобой сможемся, и ты получишь приставульку. Приставульку? Такая приставулька, вот видите, зелененьким светится, где камера у меня, вот. А есть проблемы у новых приставок? Красный огонек смерти делает. Есть розовый пламя огня. Че? Розовое пламя огня есть. Слушай, а мне осталось, кстати, тут в закромах. Илья, память! Ну ладно. Память у Щербинина. Плохая. Плохая память. Все, отправить? Да. Да. Ребята. Обработка. Состояние осуществилось. Что я сказал? Розыгрыш состоялся. Ждите новых конкурсов. Да. Да. Мы скоро на вас подпишемся, хотел сказать. Всех на всех вас, да. Вот. Мы с вами еще устроим что-нибудь. У него есть какие-нибудь видосы. Живую еще увидимся в новом. О, у него есть видос, называется «Мои подписки». Нет, Илья, память! Слушай, что у тебя память? Будешь без видоса. Память плохая очень. Сейчас исчезнет Щербинин, если это его проблема. Зачем он снял видос «Мои подписки»? Он хотел, типа, что-то этим сказать? Подпишись ради кедров, написано. Ты видел? Кедров? Какой-то низкий. Подпишись ради кедров? Нам написано в описании, посмотри. Подпишись ради китов. Это, я хочу сказать вот что. В следующий раз живую мы увидимся в новогоднем видеообращении. Вот, кстати, да, слушай, ты правильно сказал, правильную вещь. Если я буду дома. Да, ты будешь дома. Только придется тогда не 30-го. Заранее. Надо будет 30-го как минимум записывать. Да. Вот, в общем, ждите следующего лайва, похожего, кстати, по состоянию. Вы помните, какие ебанутые у нас лайвы в новогоднем? Да, они абсолютно, да, нормально. Поэтому ждите точно такого же шока. И ждите, не перейдите, в общем, да. 50 тысяч пальцев вверх, как тебе такое, Илья? 50 тысяч? А, давайте, за честность. И, нет. Кстати, да, еще... Нет, я имею в виду не сюда, дурак. Ну, сюда тоже можно, в принципе. Но я имею в виду про это. А, на новогоднем 100 сотку надо. Ну, сотку, да, в принципе. Ну, если это нереально, но, блин, это же на то и новогоднее. Вот. В общем, Никитосик, поздравляем тебя. Ждем тебя. А, ждем? Куда ждем? Ну, чтобы он отписался и получил. Не, ну это да. Вот. С тобой, значит, мы свяжемся и, собственно, да, для самой правоты, честности мы... Специально скинем в группу скриншоты о том, как мы... Да, снимем. Мы его попросим, чтобы он сфоткал потом. Но это будет, кстати, не скоро, потому что доставка, если он еще в другом городе живет. Если он в Москве живет, то в принципе... Если в Москве живет, то в принципе да, но это надо все еще согласовать, это с маков мест. В общем, Питере, время еще уйдет, через недельку, через две, надеюсь, он его получит. Если он живет в Питере, ты отправляешь мне, я чуть-чуть поиграю, потом тогда... Ах ты, пись! Нет, все, я неприкасаем. Окей. В общем, спасибо за просмотр. Да. Ставьте лайки. Да. Мы вас любим. Да. Ждите больше таких конкурсов. Да. Так, Щербин, вон отсюда. Все, Щербина больше нет с нами. Ой, да, нет. И, собственно, все. На этом мы заканчиваем. Всем удачи. Наступающим, Штайнштрейген. И, кстати, с наступающим. Майнтайль! Всем пока.